Александр Адольфович Откуда вы такие слова знаете? Пузо! С песней архитектурной, строительной, про масштаб. По-моему, эта баба не моего масштаба. Кому? Точно! Познакомился вчера с девушкой одной. Внешность так себе, ура, характер заводной. Выпили всего грамм 300, тут случилось но. Я еще танцую твисты, а она в говно. По-моему, это баба не моего масштаба. По-моему, это баба не моего масштаба. Прошлый выходной тоже случай был. Познакомился с одной, как зовут, забыл. Выпили всего-то 6 бутылей поет. А она не может сесть и под стол блюет. По-моему, это баба не моего масштаба. По-моему, это баба не моего масштаба. Забыл слова. Это я второй куплет начал. С кармой не поспоришь, сука, как ты не кричи. И бессмысленна наука, и молчат врачи. Где найти такую бабу, чтоб мне по плечу? В будущее верю слабо, лучше подрочу. По-моему, это баба не моего масштаба. По-моему, это баба не моего масштаба. Спасибо. Спасибо, ребята. Ну, дайте перерывчик сделаем, еще поиграем, да? Хуй. Да. Антракт, негодяи, через 10 минут здесь же. Да. Ну, подольше будет зато, да? Oh,
Thank you.
растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватера, а буду жить теперь один. Я как терминатор. Йоу! Чао! Прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. А для меня теперь любовь — это только горе. Две кости и белый череп — вот моя эмблема. Называй меня теперь терминатор. Расскажи нам, спой на английском, пожалуйста. Ржавеют, потому что и стали ни к черту, меня достали. Но я в сапоги заправляю клеша, хуй меня сломишь, жизнь хороша, жизнь хороша, жизнь хороша. Жизнь хороша! Хочу слышать, но не хочу слушать. А где нет вопросов, всегда есть ответ. Пламенный как пионерский привет. Пионерский привет. Пионерский привет. Пионерский привет. Пионерский привет.
ну-ка все дружно, и ну-ка все вместе, чтоб все услышали эту песню, а мертвые души в нашей глуши. Этот последний крик русской души, русской души, русской души, русской души! Похуй! Похуй!
Если кто против, то я лично за. Ноги должны быть Италия. Ну, и так далее. Ну, и так далее. А ну, и так далее. А ну, и так далее. А ну, и так далее. Обед. Если кто против, то я лично нет. С ней хоть куда, хоть в Анталию. А ну, и так далее. А ну, и так далее. А ну, и так и далее. А ну, и так далее. А ну, и так и далее. Ещё. Жанна, Наташа, Ира, Надежда, может быть, Маша, Инга и точно Амалия. А ну, и так далее. А ну, и так далее. А ну, и так и далее. А ну, и так далее. А ну, и так и далее. Многие знают, что эта песня на самом деле была написана в Нью-Йорке. И Амалия — это вот настоящая, живая, обыкновенная русская женщина с типично русским именем Амалия. Вот, она где-то там. Амалия, блядь, помаши руками нам. А вот сколько Амалии тут, они... Даже мужчины есть Амалии, блядь. Охуенно. Ну ладно. Так на чем я? В женщинах есть какой-то секрет. Есть тут кто против? И я лично нет. Манит меня место лобное. Ах, манит, 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 манит. Ай, тому подобное. И тому подобное. Ехали мы нахуй, а нахуй на машине, а в машине ахуй и хуй большие. Эх, походу похуй, эх, походу нахуй, эх, походу охуй, эх, походу ахуй. Давай, вот так. А нахуй я хуярит, а нихуя не ясно. Охуевшим харям, а нахуя опасным. Эх, походу похуй. Светофоры нахуй, потом
Нехуй, мы хуярим махом. Кверху нахуй мехом. Гуляй, Нью-Йоркщина, на вас вся Россия смотрит! Эх, походу похуй, эх, походу нахуй, эх, походу охуй, эх, походу ахуй, эх, походу нахуй, эх, походу нахуй, эх, походу похуй, эх, походу ахуй, эх, походу похуй, эх, походу нахуй, эх, походу охуй, эх, походу ахуй. Про Амалии мы узнали, что Амалии в зале ползала, да? А у кого сегодня день рождения? Вот тоже дохуя народу, смотрите, как совпадение какое. Следующая композиция, как ни странно, называется «День рождения». И она посвящается тем людям, у которого день рождения либо был, либо будет, либо что, либо не будет. Разговорчики, ну как там дела? Вчера мало погода хорошая была. А новый президент самбо обожает. По телеку сказали, цвет подорожает. А я вот день рождения не буду справлять. Все заебало, пиздец нахуй, блядь. Повезло невесте, по ушам не ездили, раз это 200. А еще какая-то Земфира трахает мне мозги, значит до утра. А я в одежде не буду справлять. Вот помните, там в первом отделении мы хлопали ритмично, во втором мы уже как бы освоились, а вот сейчас, сука, это кульминация. Давайте, вот... Обычный питерский парень, финская гитара Fender, медиатор американский, и с помощью вот этого нехитрого всего мы хуярим русскую музыку, я! Но хочется сказать, что сегодня мы провели время с пользой. Вы научились хлопать ритмично. Мы иногда стали попадать в ноты. Вот. Поэтому я считаю, что все было, как это по-русски, заебись. Вот, да. У меня будет к вам еще одна просьба. У кого есть мобильные телефоны, я понимаю, что в Америке это довольно редкое явление, у кого есть мобильные телефоны, но все же, может быть, хотя бы у ползала. Поднимите, зажгите фонарики, сделаем красиво.
Просто светят звезды, просто во вселенной. Как охуенно просто и просто охуенно. А звезды тонут весла и за лодкой пена. Как охуенно просто и просто охуенно. А ты распустишь косы и любовь по венам. Как охуенно просто и просто охуенно. Вау. Выступала группировка «Ленинград» из солнечного Санкт-Петербурга, Россия. Всем спасибо, всем любви. Просто светят звезды, просто во вселенной вы. Как охуенно. Как охуенно просто и просто охуенно. Как охуенно просто и просто охуенно. Вау! Я солдат! Спасибо! Мы за все хорошее против всей хуйни. По лугам не кошены, чтобы шли ступни, чтоб везде ебошила правда, а не ложь. Мы за все хорошее. А нас не наебёшь. Мы за
Мы за все хорошее, а вы за говно. Вьете, словно коршуны, ждете уж давно, что падут головушки в золотую рожь. Но мы за все хорошее, а нас не наебешь. Мы за все хорошее, мы за все хорошее, мы за все хорошее, нас наебешь. Мы за все хорошее против всей хуйни. С каждым днем все больше нас, а вы все одни. Разумом вы брошены, вам муж не понять, кто за все хорошее тех не наебать. Just don't.